говорю. Так, Сереж, я надеюсь, ты не едешь сейчас ко мне, пожалуйста. Да, конечно, Леш. Ну, Серега, ё-моё, ну какого фига, скажи, пожалуйста, а? Кирилл! Кирилл! Так, ну всё, давайте начнем. Раз, два, три. Всем привет, дорогие друзья! Пацаны, добро пожаловать на новое видео! С вами сегодня, как всегда, кофе со мной! Сегодня помогите. Кирюха Варпач, Серега Бота! И добро пожаловать на азиатский скилл-тест GTA 5 онлайн! Нет, всем здорово, ребята! Всем привет! Я сплю, что это было вообще такое? Короче, пацаны, сегодня азиатский скилл-тест! 11%, как Серега... А чё он? А что он бился вообще? Короче, папочки сегодня собрались! Значит, сегодня будет... Вот, я надеюсь, что мы этот скилл-тест быстренько пройдем вообще на изичах, так сказать, ребята, как умеем. Так, Дальше разветвление, потом разворот. Даже так, понимаю. Почему я не удивлен? Понимаю, держись. А тут не нужно удивляться, тут как бы плакать, страдать, просить о помощи. Ого, куда? Подожди. Подожди, а вниз надо, да? Ну, как я понял, да, потому что там... Да, вниз, там чекпоинт. Там непонятно, на самом деле, как... Блин, еще машины стоковые. Там чекпоинт, да. Да, еще тачка стоковая. Я попробовал просто вверх, на всякий случай. Ну, ничего, сейчас пройдем. Как хочешь, проходи. Серега, вот застрял, давай тут остановись. Давай тут остановись. А я все уже. А куда? Кирилл! Ого, по таймингу как, слышишь, это нормально сейчас было, кстати, нормально. Так, так. Ну почему тут? Нет, перекладочка, нет! А ты вниз ехал? Нет, вниз, там перекладка, ну там легкая перекладка, ладно, там легкая перекладка. Все, я прошел. А тут перекладка. После большой перекладка. Все, перекладка пройдена. Вот дальше там чекпоинт и наверх, дальше не знаю. Да, это я понял, что наверх. Ох, перекладочка. Спокойно. Вроде нормально. Так, все, я прошел гвозди. Еду теперь по зеленой спирали. Так, а дальше? А здесь? Да тут же непонятно куда. Так, перекладка. Такие перекладки, они просто легкие. А вот бывают узенькие. А подожди, наверх потом куда там надо? Наверх и просто едь. Там когда будет следующее разветвление, по-моему, налево. По-моему, налево. Понял. Я просто прям поехал, и меня типа. Да, это... налево, все верно, ты правильно сказал, да. Все, да, проехали. Да. Найс. Найс. Так, чисто ну за 4 минуты, но в принципе нормально. Ты тоже прошел. В принципе, нормально. Отлично. Так, а дальше куда? Дальше куда? Походу в обратную сторону. Назад, скорее всего, да. Сейчас то же самое. Блин, я обмануть систему пытался. А почему ты ускорение взял? У меня не взялось ускорение. Как это работает? Пока не сложно. Смотри, походу. Кирюх, я понял, что здесь делать надо. Что там? Короче, мы возвращаемся в самое начало, помнишь, когда вот это тоненькое разветвление идет? Да. Вот там вот нам нужно будет, походу, куда-то в другое место поехать. Да, проверим. Ой, что-то я самый легкий элемент пройти не могу. Да. Тут переклад. Тут еще такая интересная, блин, перекладка под таким углом, конечно. Да что ж меня скидывает-то постоянно, тихо, а? Тихо. А сейчас будет прикольно, кстати, Серег, если мы врежемся с тобой. В перекладке. Да давай куда? Не будем, Серег. Ты чё? А, подожди, а там наверх надо было, да, походу? Да, там надо было наверх. Там наверх надо, да, Олег, там надо наверх и до конца. И там еще такие тоже топил. Чего мне не получается? А, не, нормально. Так. Все, теперь здесь. Мы едем. Олег, блин, чуть правее надо было, совсем чуть-чуть. Так, Сереж, я надеюсь, ты не едешь сейчас ко мне, пожалуйста. Да, конечно, Олег. Ну, Серега, ё-моё, ну какого фига, скажи, пожалуйста, а? Держись! Какая дельная перекладка у меня сейчас была. Прогресс! Прогресс! Давай, пока тебя слушал, упал. Давай. Сейчас самое главное не моргать. Моргай! О, прошел! Красавчик! Наконец-то! Возьми с полки пирожок. Все, так, а только знаете, в чем прикол? Теперь и здесь в обратную сторону ехать. Я да господи, а. Давай подожди, без этого. А как? А ускорение будет да сегодня нет! Или нет? Я упал! Я что-то, подожди, а тут как? А, и тут походу по верхней, да? Потому что, да, тут походу по верхней, то там куда потом дальше? Ой, я запутались. О, Сержик, здорово. Ой, Кирюша, привет. А, ну вот, да, здесь ускорялка, до нее нужно просто дотянуть, окей.
Я, походу, научился перекладки делать. Молодец, видишь, это хорошо. Эволюция. Ну и чё, и куда? Давай. Да, всё, здесь нужно было просто доехать до ускорялки и всё. Так, окей, это я прошёл. Ну, а дальше, подожди, там также спускаемся по тоненькой этой. И куда потом? Не знаю, я не вижу там твой чекпоинт. Ой-о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 й-
Как это неприятно-то и неожиданно! Блин, не знаю, но вот тут, короче, я до трубы вообще на изи доезжаю. То есть с этим проблем нет. Есть проблема просто с трубой, непонятно, я что-то не помню. Как именно нужно... О, давай, держи! Хорошо! Так, одна труба есть, но... Ну, это 100% не последняя. А что там с трубой? Там надо развернуться мне, или что? Нет, там не надо разворачиваться, там нужно... Просто ты кругали наматываешь, и потом там в маленький просто проем пролетаешь и заезжаешь на другую трубу. А. Хорошо. Так, а дальше куда? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что здесь такое? Я запутался, я не понимаю, что здесь делать-то надо. Если бы я видел, где ты там. Я просто не вижу, где следующий чекпоинт. Я не понимаю, куда тут слишком запутано. Ладно, окей, возможно... Нет! Так, ну я вот снова на этом же самом месте. Я не знаю, как куда здесь. Здесь надо, наверное, разогнаться и дальше в оранжевую трубу. Мне кажется, что потом просто нужно спускаться в таком же направлении. Поедь! Ну не туда же! Я еду. Я снизу поеду. Ой, что тут такая ускорялка? Да ё-моё. Блин, я вот снова доехал до розовой. И вот опять у меня вот этот момент сейчас роковой. Ого, это... Это что вообще было только что такое? Скажите, пожалуйста, это нормально чё вообще? Чё так, там? А куда дальше? А дальше-то куда? Блин, у меня так камера перевернулась, я ничего не вижу. Так, давайте, окей, спустимся. Я не понимаю, что здесь делать-то надо? Куда ехать? По трубе надо в самый верх или что? Я вот в этом-то и прикол, что я не знаю. Вот, я на вторую трубу, ну, типа, перелетел. Я по трубе поднялся на самый верх сейчас. Ехать. Но у меня есть одна теория, что тут нужно вниз ехать и потом просто задницей ехать. Блин, не, я все равно не понимаю. Короче, я походу понял, что здесь делать надо. Здесь не просто так в этой розовой трубе стоят вот эти вот рампы. Нужно заехать на одну из них. А, так, я уже не понял. Пацаны, я поднимаюсь, пацаны, я упал. Спасибо, Серег. Так, я вот сейчас буду пробовать, значит, смотри, я заезжаю на вот эту тонкую, еду прям... Блин, на! Ну вот здесь вот я, видишь? О! Кирилл! Олег, живой! Кирилл, я просто перевернулся! У меня получилось! Так. Получилось? Да. А, все, теперь просто в белую заезжай. Ну ты какая! Нам нужно развернуться в любой трубе можно. По сути. О, погоди. Так, я. Мне сейчас надо спуститься просто на оранжевую и все. Нужно просто спуститься на оранжевую. Ну давай, ну почему ты не разворачиваешься? Так, ну я, короче, снова прошел. Я вот сейчас все, я белую вот эту все преодолел. Все, единственное, осталось. Ой-ой-ой. Держись. Тебе помочь? Не-не-не-не, нормально. Олег, так, мне нужна синяя. Вижу. Еду. Красавчик. Давай, пожалуйста. Так, Олег, в конце направо. Все, найс! Красавчик! Наконец-то! Ой, это, ребята, такая жесть просто. Это. Так, а вот у меня дальше вопрос, куда теперь ехать? Там наверх. Нет. Ну, скорее всего, там наверх. Так, ладно, походу я понял, куда там нужно ехать. Понятно? Ну... Вот, я перевернулся. Ты строк перепрыгиваешь. Да, там это, вот, ну, именно это. Так, теперь... Блин, у меня абсолютно такая же процедура теперь.
Только в обратную сторону. Да, только теперь типа в обратную сторону. Капец. Как интересно. Не, ну вот, кстати, с первого раза сейчас белую проехал. Ой, вот это я зря, да? Не, нормально, нормально. Так, теперь... Ой, ой, что я делаю, куда я еду? Я из-за паники начинаю делать кучу всякой фигни, вот как, например, это! Держись, пожалуйста. Да что я делаю? Так, вот я в желтом, а точнее в оранжевой трубе сейчас. Мне нужно на зеленую заехать. Так. Хорошо, я на зеленый. Я в зеленый, пацаны, я в зеленый. Mm-hmm. Подожди, ты уже назад едешь? Да. Да. Мы тогда пока не едем. А куда? Да там еще и скорость нужна, да что такое-то? Yep. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Ой, Олежка, привет. Я снизу, если что, Серег, еду, я снизу, мне надо вниз. Окей, я наверх. А я вижу тебя, Олег. Давай. По верху прям еду. Нормально. Прям по верху зеленая, если так, что, вот, еду. Так, вот, вижу, все. Мне нужно просто взять разгон, да ну... Мне теперь в обратную сторону нужно. К нам или... Да. Я спустился. Я... Тихо. Да ну куда тебя занесло? И... Я по тоненько еду. У тебя получится. Давай. У тебя получится, давай. Аккуратненько, пожалуйста. Давай, Олег, да ну куда? Ну почему? Ты прошел зеленую? Угу. Да. Давай. Аккуратно. Ну вот сейчас все идеально просто прохожу. Все прям. Давай. Наверх. Нужно было только Халка вспомнить. Да куда? Да ну что за бред? Там в конце просто куча гвоздей. Так, вот я еду, все. Сейчас просто вот, самое все. Главное. Сейчас самое главное пройти вот эти гвозди. Это самое сложное. Вот гвозди проходишь, и мы заканчиваем. Все, опять, все, парни, гвозди, только гвозди остались. Все, сейчас решается судьба, так сказать, нашей сегодняшней ночи. Давай, ты сейчас проходишь, ты проходишь, и все. И мы заканчиваем. Только гвозди. У Noise MC есть трек «Гвозди». Только гвозди. Да! Красавчик! Наконец-то! Салам алейкум! Бум! А что, все что ли? Стой. Всего лишь 15 минут скилл-тест, вы что? Стой. А, ну да. Да. Подожди, да, Олег, да. Может я сейчас пройду? Давай, вон, Кирилл, хорошо, смотри. 150. Я понял, как на гвоздях, просто не паниковай. Я просто смотрел в определенную точку, и я видел, что машина едет ровно, и я не паниковал. Чисто вот из-за этого я сейчас прошел. Я не Олег, знаю, я смотрел... Скажи, что... Олег, я застрял. Где так, Кирилл? Все, я упал. А, я вижу. Yeah. Все, парни, я на финише. 153 минуты. Красавчик. Какой ужас просто, какой Молодец. Кошмар. Чуваки, пожалуйста, влепите сюда жирный лайк. Мы реально вот сидели. Со всех аккаунтов ночью просто. Ночью просто уже глаза слепаются. Но мы не могли просто оставить это дело незаконченным. Реально, мы должны были это пройти. А мне хорошо. Все, пацаны, я надеюсь, вам понравился этот видос. Не забывайте подписываться на все наши каналы, ставить лайки. Все ссылочки находятся в описании под этим видосом. С вами сегодня были, как всегда, Кофе, Кирюха Варпат, Серега Поутов. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Пока-пока. Окей.